Лишь бы не заметили. Надеюсь, меня еще не заметили.
Мне нужно! Ищу укрытие. Ah!
Тише, скажи, что случилось. На нас напали в лесу. Мой муж хотел защитить нас. В лесу, говоришь? Мне казалось, в лесах Аргаса безопасно. Они забрали еду и лошадь. Хотели схватить меня. До сих пор слышу их хохот. Это ужасно. Хохот? И на вас напали, чтобы забрать лошадь? Если твой муж остался там один, долго он не продержится. Прошу, у меня дитя, помоги нам. Я найду твоего мужа и разбойников. Мисти, помоги, умоляю тебя. Когда ты спас дитя, я поняла, ты не бросишь человека в беде. Хрисис убила его, чтобы заманить меня? Умереть от руки величайшей жрицы Геры – большая честь. Он не противился. Теперь в моем совете освободилось место. Ты еще можешь примкнуть к нам. Ты лишилась рассудка! Это безумие! Мир, в котором убийц вроде тебя чтут героями. Вот безумие! Ты сама создала такой мир! Я против него! Хорошо. Раз ты желаешь лишь сеять хаос, желаешь слыть убийцей, нападай, дитя! Ты мог бы примкнуть ко мне. Могли бы править миром и жизнью. Отдай мне свою жизнь. Уйди!
Подлая змея! Я не твое дитя. Я найду мою мать, и мы снова будем вместе. Я все исправлю! Это за мою мать и все разрушенные тобою семьи!
Thank you.
старый политик. Полагаю, политику помощь наемника не нужна. Мой друг – полководец. Говорят, он рассвирепел на перу и ударил другого полководца. Похоже, он перебрал вина. Я у него в долгу. И должен помочь. Подкуплю второго полководца. Или убью. Я не позволю сломать жизнь моего друга. И чтобы убить его, нужен наемник. Да, пусть полководец умрет. Можешь больше не волноваться. Я уже все уладил. Блестящая работа. Вот, держи. У тебя есть сила, талант и находчивость. Моей команде нужны такие люди. Что скажешь? Здесь у меня настоящая власть. Но я не могу отделаться от мысли, что способен добиться большего. Я согласен. Приветствую тебя. Пришел, чтобы принести жертву Асклепию? Нет. Я ищу спартанку. Мать, которой здесь помогли. К этому священному месту Гера ведет многих матерей. Всех я уж точно не смог бы запомнить. Что это за плиты? Это записи. Обо всех, кто сюда приходит. О хворях и лечении, чтобы помнить о чудесах, совершенных Асклепием. Вспоминать обо всех ни к чему. Мне нужно найти один камень. Да, понимаю. Мудрый выбор вполне. Жаль, что у меня нет времени. Слушай, я не причиню вреда. Я просто хочу найти мать. Это Хрисис. Она контролирует всех жрецов в этом святилище. Тому, кто поможет хозяину орла, точно не сдобровать. Не говори вслух. Просто укажи нужный камень. Я понял. Идем. Скорей. Они то заметят. Так веди. Сюда. Вот так. Если кто-то увидит... Меня убьют. Что может угрожать жрецу в святилище? Многое. Время такое. О, помню этот случай. Это было во время... Великого мятежа. Ты тогда был ребенком. Давай без подробностей. Ближе к делу. У той женщины в горле завелись черви. Асклепий отрезал ей голову, чтобы достать их, а затем пришил обратно. Мне явно нужна не она. И что бы сказал Гиппократ о таком лечении? Гиппократ – умелый целитель. Из него мог выйти толк. Мог? Он и сейчас лечит больных. Он всегда полагается на себя, но не на милость богов. В вопросах жизни и смерти так и надо. И все истории такие странные. В наше время Фукидид, Эврипид и этот болтун Аристофан описывают все как есть. Но интереснее узнать о героях, о чуде, тайне, богах.
Здесь говорится о раненом мужчине. Собаки вылизали его и исцелили. Благородные звери. Это бессмысленно. Эти истории дают людям надежду. Но только не мне. Расскажи о Крисис. Она влиятельна и опасна. Но так было не всегда. Она появилась здесь ребенком. Жрецы ее забрали для служения богам. Она была умна и решительна. Скоро уже жрецы сами стали к ней прислушиваться. Ее любили, но ее сердце навсегда ожесточилось. И когда это безумие овладело ей, все, кто посмел ей перечить... Что же? Я сказал достаточно. А как насчет этого? Дай угадаю. Здесь описана слепая женщина, чьи глаза вылизали змеи. Тут написано: из Спарты пришла с ребенком, взывала к богам. Почему большей части нет? О, я сейчас, я расскажу. Я это помню хорошо. Спартанка, грязная и в крови, прибыла к нам с дороги. Мы позаботились о ней, и она ушла. Куда, я не знаю. А дитя нельзя было спасти. А кто может знать? Нас видели. Ступай к оливковому дереву, Геракла, у входа в святилище, и жди. У меня для тебя кое-что есть. Что это тут у нас? Жрец и наемник на дружеской прогулке? Да хранят тебя боги, Плейстас. Я как раз направлялся в архивы, когда повстречал Мистия. Неужто? И что вы так горячо обсуждали, можно узнать? Жрец учил меня врачевать раны от мечей. Да, раны. Серьезно? И как Тимоксен предлагает лечить такие ранения? Сами. В каком смысле? Они вылизывают раны. Отлично. Не выдавай все свои тайны, Тимоксен. Кто будет приносить дары, если больные смогут лечиться сами? Нет, нет, ни за что. Если позволите, мне нужно удалиться. Ты все узнал, Мистий. Пожалуйста, уходи. Древо Геракла. Старый жрец прячется у дерева. Yeah!
Спасибо, что не выдал Мистий. В этом святилище слишком много людей, Хрисис. Что еще ты знаешь о Спартанке и ее ребенке? Эта женщина оставила одеяльце. Мы хотели вернуть, но ей было больно на него смотреть. Она ушла? Что случилось с ребенком? Да, Хрисис права. Ты нас подвел, Тимоксен. И ответишь за все. Плейстос! Нет! Отойди, жрец! Я с ними справлюсь. Не жди от меня пощады!
Тварь! Хочешь принять очищающую ванну? Приходи в следующий раз. Мне нужны сведения. Тогда отправляйся прямо к Аиду. Я хочу знать больше о спартанке, которая бывала здесь когда-то. Твой орел нагадил тебе в уши. Мне не положено разговаривать с наемниками. Особенно о женщинах из Спарты и больных младенцах. Я не говорил о детях. Не умничай. Женщины с детьми здесь не редкость. Уходи. И без тебя дел не в проворот. Я могу помочь. Змеи! Змеи. Они повсюду. Видно, сбежали из Толоса. Мы держали их там, но они заползли в бане. Они кого-то убили? Один пациент был в банях, когда они заползли. Он ужасно их боялся. Умер на месте. Твари сидят на его теле. А если я избавлюсь от змей, ты поговоришь со мной? Разумеется. Без очищающей ванны больные не смогут исцелиться. Каким образом бани помогают лечить больных? Асклепий посещает сны тех, кто очистился. Сперва больные должны принести жертву и омыть свои тела. Только тогда они могут войти в Абатон, где Асклепий исцеляет их. Как змеям удалось выбраться? И почему в святилище их так много? Это все Дареус. Он не должен выпускать их из Толоса. Больных душой пациентов лечат при помощи змей. Их языки, как поцелуи богов. Я мигом очищу бани от змей. У Икара будет пир. Не убивай их! Дареус разозлится, что его змей порубили на кусочки. И что мне тогда с ними делать? Змей привлекает тепло. Холодная вода поможет от них избавиться. Можешь воспользоваться трубой под землей. Я очищу бани от змей, а ты расскажешь все, что знаешь. Я могу убить их по одной или утопить всех сразу. Ugh.
Ну? Змей больше нет в банях? Я порубил этих скользких тварей на кусочки. Мои змейки! Что вы сделали с моими змейками? Они заползли в мои бани. Из-за них погиб пациент. Ты! И это все ты! Хорошие змеи, мертвые змеи. Ты заплатишь! Будь ты проклят! Ну? Что ну? Я избавился от змей, так что выкладывай все, что знаешь о спартанке и ребенке. Собственно, я ничего не знаю. Я пришел позже. Тебе нужен Мидон, но он ничего не расскажет. Ничего, никому и никогда.
Thank you.